Само явление разжигания межнациональной розни для брянщины чуждо. В нашем регионе, к счастью, мирно уживаются представители разных национальностей и конфессий. Но вот объекты иудейской общины страдают от рук вандалов не впервые. В 2007 году уже было подобное проявление. Тогда, после оперативных мероприятий, проведенных нашей милицией, виновные были найдены, преданы суду и наказаны, и все они получили различные сроки по соответствующей статье разжигания национальной розни. А вот осквернение православных храмов не припомнят даже старожилы. Понятно, что это не могло не вызвать возмущения общественности. Мы сильно взволнованы, все представители Брянской епархии, этим событием. На моей памяти это впервые совершилось. Конечно, это антихристианское такое действие, и не только против православной веры здесь. Попытка была осквернить все, наверное, веры, существующие здесь, в Брянске. Наше мнение, конечно, надо принимать меры. Вот и большей частью обращения, наверное, к родителям, к дедушкам, бабушкам, с тем, чтобы они следили за своими детьми, воспитывали в духе христианского понимания. Расследование уголовного дела взято под особый контроль и полицией, и общественностью. Участники круглого стола подчеркнули, что вандалы должны осознавать неминуемость наказания. Возбуждено уголовное дело, уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках расследования уголовных дел осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению. Кроме того, принимаются дополнительные меры профилактического характера, в том числе по укреплению технической оснащенности, технической защищенности данных объектов. Участники встречи обратились ко всем жителям области с призывом не быть равнодушными и тут же сообщать о случаях вандализма в полицию. Все вы знаете телефон 02, телефон доверия милиции 72-22-33. И если что-то случается в вашей жизни, первый ваш помощник – это наше управление внутренних дел. Свидетели данного преступления просят обратиться в полицию по телефонам 72-22-33 или 02. Александр Новиков при содействии пресс-службы УМВД по Брянской области. События, Брянск.